Ребятушки мои, привет! Ну что, сегодня мы остались в Милане. Как я вам говорила, что будет один день на неделе. Ну, может быть, и два, но пока один. В общем, все зависит от моих финансовых возможностей. Как только у меня они не будут мне позволять, значит, ездить везде, да, то я сразу раз и пошла по Милану, да, снимать. Вот, но, значит, когда будут позволять финансы, мы будем выезжать. Но в Милане-то у нас очень много чего, в смысле. Я, конечно, в том году, в начале моей деятельности блогерской, я очень плотно Милан прошла, но тогда не было моей теории. Поэтому у нас Милан заиграл абсолютно новыми красками в связи с моей теорией. Как бы я и возвращалась уже где-то примерно в декабре по поводу вот уже Скоп там. Но это очень маленький процент, потому что Милан это огромный, особенно центр, вот этот так называемый исторический центр. Поэтому сегодня мы идем снова идем. Как интересно, здесь вот эти вот щетины вот эти, да, наполовину всего от голубей, кстати, да? И по всей вот так вот, по всей, всего наполовину. Видите? Кстати. Щетина от голубей называется, да? Вот. То есть они наполовину только садятся, что ли? В общем, идем мы сегодня снова в Палаццо Реале, так как у нас теперь Палаццо — это наша тема стала. Вот. Мне жалко, что вот это люди, которые попадают мне на видео, когда я уже внутри музеев, они не смотрят преамбулу, и поэтому потом меня обвиняют вообще во всех греках, каких только можно обвинить человека там, начиная с того, что я безграмотная идиотка. Я еще раз вам говорю, но не станет безграмотный идиот ходить по таким местам просто. Но это уже ваше, это такое, знаете, кого назвать безграмотным идиотом человека, который там не знает ваших терминов, вот, при всем том, что люди вообще не интересуются тем, сколько я лет прожила там за границей, но это все, даже не хочу отвечать, понимаете, я уже... В общем-то, и не отвечаю. Просто я преамбуле этой говорю, что в музеях нельзя снимать. В музеях, если нельзя снимать, то естественно, и нельзя говорить. Поэтому, как сказать, выбирайте, что. Либо я снимаю, но я вам говорю, что вы не обязаны смотреть видео, которое вам не нравится. Вас не заставляют. Вас никто насильно не гонит на мой канал. Вот. Вы увидели, что вам не нравится, все, оставили и проходите мимо. Чего тратить энергию? Во-первых, на просмотр, да? Во-вторых, на критику эту. То есть, как бы, я вообще не понимаю. Живите своей жизнью, все, и ищите нормальный, подходящий для вас контент. То есть, каналы, там, люди, я не знаю, все, что подходит вам. Вот, если сейчас кто-то мне скажет, что дома... не показала. Вот так вот дома у меня просто несколько видео посвящено дому, только самому дому. Вот, поэтому так что сразу вот что еще? Ну, еще хочу поблагодарить новых людей, именно потому что, ладно, мои люди, это все же дифирамбы мне пишут, они же как бы специально, я им плачу деньги, да? Вот, а люди, которые новые мне написали хорошие комменты, я их очень сейчас сильно благодарю. Вот посмотрите, дом, да? Дом просто с какой вибрацией, посмотрите, да? Видите? Посмотрите, какая вибрация идет вот уже только на завороте дома, да? Вот посмотрите. И вообще, посмотрите, какой дом, да? Посмотрите, какая вибрация наверху, да? Посмотрите, да? О, сегодня вообще прекрасная погода. Даже в такую прекрасную погоду не хочется заходить. Вот опять же, как видно, что статуи вырастают из камня, они сделаны. Там я еще на одном базилике вам покажу потом, как они, видно, что они, их невозможно так сделать, как они. Вот посмотрите, этот, видите, просто как бы вышел из камня. Вот, все полный симбиоз вообще. То есть это здание, которое абсолютно у нас напротив уникальнейшего дома. Почему уникальнейшее? Я говорю, что все другие города, Торино, там, могут Рома, Ференца забивать Милан,
но они не могут забить Милан в дому. Ни у кого больше нет такого дома, только в Милане. Уникальное явление это дома, конечно, которое сделано полностью все из белого мрамора. То есть оно не сделано, оно выросло. Вы посмотрите, и до самого там конца, да, вот это наши арки соблюдены, да. И есть у меня и видео сверху, но не прям до сюда. Хотя бы с удовольствием я буду, да. Вот. И вот это, видите, они, наверное, только могут очищать. Кстати, леса там уже полностью все закрыли, да, эту, но, по-моему... Здесь больше лесов было, не помню, в том году, как мы были. Мы как раз в мае залезали наверх. Я все-таки предпочитаю сейчас сходить в Палаццо Реале, потому что, в общем-то, я наверх и залезала, понимаете? Вот, и все-таки сейчас прошу билетрия. Как бы, видите, вот опять же, раньше я думала, что это за круг. А теперь как мне все понятно? Вот смотришь на этот круг и видишь растения, вот эти вьюны, да, примерно то же самое, как вьюны, которые переплетаются корнями и образуют вот эту систему. То, что я вам показала недавно колонию, что делает у нас вот эта глициния. И вот это все видно теперь, просто очень, очень легко видно. Так называемым невооруженным глазом, да? Ну вот, и тут теперь я тоже понимаю, посмотрите, какая вибрация тоже, да, посмотрите, посмотрите, да. Как вот видно, тут раньше я на это не обращала внимания, а вот сейчас свежим глазом с моей теорией, вы посмотрите, да, вязь вообще, кто бы стал вязь вот строить, делать, прикреплять, да, вот на самом вот под потолком, да, под крышей. Вот. Вот, посмотрите, недоработка, видите, недоросшесть, недоделанность. Видите, как видно. Раньше я этого на это не обращала внимания. Вот, посмотрите, посмотрите. Поглядите. А. Знаете. Была у меня, значит, борьба между идти в Вилла-Реале, да? Там прямо вообще вот эта Вилла-Реале, почему вам интересно? Потому что она там прямо в Жижевом парке находится. То есть я думала, что как и Палаццо Массимо, один там говорит, пристал, идите в Палаццо Массимо, блин. Просто как будто я на крыльях летаю, я уже объясняю, что до Рима доехать 100 евро. Вот ищу спонсоров, что, как сказать, даже готова терпеть марку. Если, то, что я не думаю, что он мне каждую неделю будет оплачивать по 100 евро билеты туда-сюда. Вот. То есть я даже не среди просмотрщиков, кто смотрит мои видео, ищу спонсоров, а среди моих знакомых, которые могут поверить, вот, ну, они вообще верят в меня, но они пока не верят в то, что я могу это все монетизировать когда-то. А в Италии вот так, ребятушки, к сожалению. Либо ты монетизируешь, а просто на голом энтузиазме мне никто помогать не будет, понимаете? Вот. Поэтому... Я тоже хочу доехать до Палаццо Массимо, но мне это стоит денег, тем более, даже если я возьму поезд на 6 утра, запомните, это будет все равно только Палаццо Массимо, только, я ничего больше не смогу посмотреть, не заснять, потому что как раз я как раз и снимаю все детально, вот, хоть меня там все пытаются вибрации вам снимают, это просто невероятные вибрации, да? Всяко меня пытаются обвинять во всех грехах того, что я снимаю как раз не детально, но вот этих людей я почему сразу блокирую, потому что это, ну откуда, как это вот вообще не на чем не основанный просто негатив, понимаете, ко мне. Потому что как раз я вообще любитель деталей, и невозможно меня, если я вам не снимаю ваши детали, которые вас интересуют, я сразу предупредила, что картины я не буду снимать. То есть я понимаю вот эту критику этих людей, которые там хотят, чтобы я снимала картины. Но извините меня, картины вы можете посмотреть в виртуальной экскурсии. Заплатите за виртуальную экскурсию, я тоже неоднократно говорила. И смотрите. Вот. И смотрите. И самое интересное, что там вам никакие детали ничего не покажут. Будет все, как сказать,
выхватываться только, обводиться кругом. Я просто знаю, как они делают эти виртуальные экскурсии. И вы будете им писать как раз дифирамбы. Ах, какая прекрасная экскурсия, потому что вы заплатите свои деньги. И это с вами никто не будет церемониться. Вот. Как теперь понятно, что это все наросты? Как теперь это понятно, блин? Раньше я думала, что это за капсулы, да? А теперь как это все понятно? Что это все наросло. И вот это, посмотрите, какие наросты наши. А? Посмотрите, как видно, что это наросты. Боже ж ты мой. Потому что, ну какой идиот бы стал бы вот строить вот так вот. Я уже говорила, хоть какая цивилизация. Есть просто практичность в строительстве. Наши вибрационные линии, кстати, да? Смотрите, какой мрамор. Ой, ой, ой. Какой же мрамор этот на дому. Сейчас Кирушка будет балдеть. Ой, ты моя милюшечка, только тоненькая, да. Тоненькая милюшечка. Смотрите, какой у нас опять акант, да? Какой ободок. Так, я сейчас тут замедитирую, короче, на камне, на этой вибрации, на этих складках, да, посмотрите, посмотрите. Это невозможно просто. Это я еще не на солнечной стороне стою. Невероятный мрамор тут, понимаете, он не белый, да, а он вообще просто серо-буромалиновый, как я люблю говорить. Посмотрите, наши дырочки, да, вот идут до самого верха. Не забываю обратить внимание, что это 65 метров, понимаете, высота туда. Боже, какие вибрации. Посмотрите, даже вот в этих между вот этими арками, да, там треугольник, и посмотрите, там все в вибрациях, да. Посмотрите. Треугольник вибрационный, видите? Невероятно, невероятно. Невероятно это. Но у нас другая у нас. У нас другая, значит, цель. Вот. Другая цель. Мы идем в Палаццо Реале. Посмотрите опять вот на этом, который напротив дома стоит. Тоже, посмотрите, да? Посмотрите, какая вибрация вовнутрь, да, посмотрите? Какая вибрация вовнутрь. Невероятно. И даже в кругах, да, посмотрите, даже в кругах. А. Посмотрите, и на потолке, да, видите? Все, все, все. Тут вокруг дома тут все здания украшены. Лепнина цветами. Посмотрите, и тоже, да, посмотрите, да? Вибрации, да, посмотрите? На пристройке. На прикрышье. Ой, вот эти культурные, как бы они сказали, как бы я все снял, как бы я снял. Я бы тут все рассказал бы правильно, все с терминами правильными все назвал бы. Не то, что это ворона такая, да, которая все портит нам наш культурный слой культурных людей. Она просто портит. Кстати, как видно, что все выросло. Вообще. Там вообще просто человек, да, помните, я его снимала? Там даже непонятно, где лицо. Как у меня уже руки натренированные. Ну, посмотрите. Лицо у него не оформлено. Вот здесь тоже видно, да? Боже ж ты мой. Что это за нарост вообще? Это просто... Сталактиты, видите, вот, то есть это же тоже видно, что это вот как сталактиты, видите, вверх идут, да, но они уже на высшем уровне оформлены, да, вот это вот этот что, да, тоже вот, как бы вот что, вот зачем вот такую готику, да, ой, это готика, ой, только там меня обкакаетесь, блин, я живу в Милане ровно 20 лет, только в Милане живу, вот в Милане живу ровно 20 лет, и хочу сказать всем идиотикам, культурным, блин, что я вот ровно год сидела напротив дома, вот здесь в баре всегда пила чай в 2002 году. Целый год сидела, у меня было любимое место, я сидела и смотрела на дома, где-то там или в Риношенто я вообще сходила каждый день в жару, и посмотрите, там какая вибрация. Поэтому со своей готикой меня просто там, знаете, не, даже не
Даже не приставайте ко мне со своей готикой, потому что как только увидишь слово готика, сразу в бан. Вот, вот наши ходят, видите, тут люди ходят там, но там, видите, не так вот мы все-таки не так высоко мы поднимались, как бы мне хотелось вот туда вот подняться, да, вот представляете, вот туда, да? Это было вообще бы круто. Смотреть, до какой степени там лестницы проходят. Ой-ой-ой-ой, сколько вибрационных мин. Так, ну так как туда все-таки стоит 20 евро наверх, мы все-таки пойдем там, где 14 евро. Покажу вот, насколько, да, вот надо было вот, и вот так вот быть такими, да, вот трудоспособными, чтобы вот столько статуй, да, оформить вот так, в таком стиле. Это все из мрамора. Это подтверждает официальная история. То есть я подтверждаю как альтернативщик, потому что альтернативщики все против чистого мрамора и чистого гранита. Потому что иначе как можно вот объяснить, да? А вот то, что вот объяснение такое простое, что это само все выросло и оформилось под руководством Жижи, суперинтеллекта, это их ну никак не устраивает. Вот. Да, получается, как бы все достаточно логично и не так сложно, потому что у них получается вот все очень-очень-очень сложно и еще больше вопросов. То есть еще больше вот этих вот их объяснений, они еще больше вопросов будут создавать. Например, логика вот этих всех статуй, да, то есть для красоты, но тут просто вообще, да, как бы. То есть логики для красоты, а вот практика у них никак, да, вот. Вот видите, это пентакли, да? Наши любимые пентакли. Вот даже вот это, да, вот даже это вот просто подтверждение того, что это просто отросток вырос. И статуя вообще, посмотрите, откуда выходит. Откуда-то ниоткуда, посмотрите. И идет на камень. Знаете? Такую статую никогда бы никто бы вообще бы не стал делать просто по мотивам того, что нахрен она там нужна. Зачем ее там делать? Да еще и там у нее в коленях там какой-то человек торчит голова, да, видите, 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 видите. Вот, а кто мне там с зумом надоел уже? Вот, зум, нельзя туда-сюда там двигать, как будто вот, блин, просто придумали зум. Попробуйте, поснимайте хотя бы вот 15 минут с руками наверх. Я хочу на вас посмотреть, как вы будете там классно зумом шевелить. Я уже говорила неоднократно, и нравится вам, не нравится, пиздеть, не мешки ворочать. Поэтому прежде чем пиздеть и на человека наезжать, вы уже сами как бы себя начните. Вот посмотрите, какая окантовка опять наш лист. Поглядите, он идет. Знаете? Опять наш лист идет, видите? Вот тоже, нафига он здесь нужен? Нафига он здесь нужен? Зачем? Зачем, да? Он не нужен, он просто до самого верха идет. Он не нужен логически чистый вообще. Вот. Посмотрите, какие, да, какие складки, да? Какие складки. Зачем бы, я просто подумала, зачем ехать, трястись в поезде, там, тратить 100 евро, когда здесь такое, а мы еще так сильно вот прямо вот. Знаете, тут можно каждую статую просто снимать. Посмотрите, какие руки, да? И наслаждаться. Так, этот у меня, конечно, тоже стабилизатор, не стабилизатор, но что поделать. Я купила просто новый, мне неохота было домой заходить. Вот наш лист опять тут тоже идет, видите? Вот, ну что, все, идем. Пока я включаю. Еще вот маленькую хочу арочку снять, это просто, да, тоже вот, но вообще вот, жить уже. Нахрена, да, нахрена. Ладно, пока-пока.